Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забежим быстренько к Йохану и посмотрим. Так, вижу. Все, спасибо. Так, Беззубик, что принес? Принес ты мне рыбу. А здесь две авоськи было. Прикинь, как мне не повезло. Две авоськи он принес, но не туда, куда надо. Так, ну тебя, парнишка, мы сразу отправляем за железом, это даже не обсуждается. Тебя за рыбой. Что в колодце? Брошку дали. Окей. А ты что там лыбишься? Лыбится он мне. Так, ты за деревом. Друзья мои, потратил железо. Все, что у меня было накоплено. Это уже за кадром, когда играл. Чтобы прокачать ему уровень. И мне остается, ребят, только лишь вкачать ему рыбу. И он будет 124 уровня. То есть на данный момент последний для меня. Так, ну что, давай отправим наших охламонов куда-нибудь. Так, давай, пускай летит бесплатно. Беззубик у тебя... Ой, Беззубик. Барсик, конечно же, какой Беззубик. О чем ты, Рэй? Давай, огромный костер. Лети там, посмотри, что там с огромным костром бесплатно. А здесь... Здесь мы получаем с тобой 7 рун. Давай, пускай идет поиграет там, я не знаю, там, в ладушки или во что он там любит играть. Так, здесь у нас тусклый янтарь. Тоже такое себе удовольствие. Лезвие крылы, конечно, бесплатно. Все, ребята, это бесплатно отправляется. Платно я не хочу и не буду. Так, давай, давай вот без вот этих вот своих дурацких фризов. Не могу, прям раздражает меня вот это вот. Серьезно тебе говорю, раздражает очень сильно. Так, ну тебя-то, парень, мы, наверное, за рыбой отправим. А с тобой что делать? А тебя мы отправим за железом, да? Мы тебя отправим за железом, будешь у нас добывать. Отдай сюда. Так, Весночес уже притащил мне рыбы. Шикардос. Этот, смотрю, тоже там принес рыбы. И его тоже отправляем на поиски дальнейшие, ребят. Так, так. Так, так, и вот так. Так, ребят, сегодня надо мне как-то... Ну, я вряд ли успею до пройти события, но у меня осталось, по-моему, сутки. За сутки мне нужно пройти. Я черт знает, как это делать. Но будем что-то придумывать, как-то кумекать. Может быть, даже придется и руны тратить. Конечно, хотелось бы и без рун все это сделать. Но я не уверен, что у меня получится. Так, что мы здесь с тобой? Ну, конечно, янтарь тусклый. Ну... А, нет. Размягчитель. Собственно, персона ведь, да? Ну, конечно. Размягчитель мы отправляем с тобой в ангар. Даже не спрашивай. Так, туманный смерч. Туманный смерч. Кстати, у нас денег 585. Ну, давай этого по пути с тобой обшмонаем. И отправим. Заныривает. Прикинь, такой плывешь, маленький человечек, в море, и такая махина выплывает. Наверное, ты кучку бы там навалил, то будь здоров. Я бы точно навалил бы. Так, ну что, давай. Отлично, ребята. Все, он у нас 124 уровня, что очень круто. И отправляем его за рыбой. Следующий у нас будет на прокачку, я не знаю кто, но кто-то будет. Может быть даже, ребята, вот этот вот водорез. Но для этого нам нужно сколько надо? 2300. Да, скорее всего, он и будет у нас следующим, который будет прокачиваться до 124 уровня. Так, ну что, вроде бы здесь как все... Больше здесь особо я сделать ничего не могу. Давай с тобой заберем награды у этих наших легендарных драконов. Угу. Так, друзья мои, и пойдем на событие. Нам надо его сегодня до предпоследней стадии сделать. Так, угроза бух и бах. Давай.
вперед и с песней. Так, мне еще надо будет, ребята, по-моему, здесь, если не ошибаюсь, две заходки. Потому что одну заходку я уже сделал. Опять же, это тоже было за кадром. И вот надо нам еще две. То есть по 5 энергии, грубо говоря. Ну, в принципе, ребята, это реально сделать. И если не проспать или не продинамить. Так, добивай его. Ага, ага, здесь, значит, ну, я, наверное, начну с кого? С этого. Хотя мне вот эти совсем не нравятся, ребята. Во-первых, они очень много наносят урона. По статусу им положено наносить много урона. И нам надо выживать. Ой-ой-ой-ой-ой, это... Да вы что ж делаете, ироды? Вы что, ироды, делаете, а? Скажи-ка мне на милость. Блин, этого надо как-то было зачпокать. Неужели... Ай, разбег, да еще под усилением. Ну да, Барсик не жилец, ребят. Барсик не жилец тут, к сожалению. Но мы будем мстить. И мстя моя будет жестока, сам понимаешь. Я так просто это... не спущу на... Ага, готов. Ну что, друзья, крутим рулетку и забираем смехотворное количество древесины. Просто смехотворное, по-другому не скажешь. Такс, ну что же, переходим с тобой на следующий обычный простой поединок, после которого мы получаем немножечко рун. Дальше у нас пойдет мини-босс. Опа-на, какие люди и без охраны, ты посмотри. Ну, мы их щелкнем по-быренькому, так как это у нас, ребята, шустрики. Мы с ними должны моментально, так сказать, разбираться. Минус один. Они шустрики, а мы-то хитрецы. Ты успокойся, парень. Ты что делаешь, а? Давай-ка мы, наверное, вот так вот и добиваем. Вторая волна, и здесь у нас кто? Морозко. Ну что ж, я могу сказать тебе, Морозко. Твое время погибать. Давай, наверное, хильнемся. Через хилочку с собой поправим себе здоровье. Минус один и минус второй сейчас будет. Так, Барсик плюс Шторморез. Дай ему хана. До свидания. Ну что, здесь нам дадут прилив сил. Ну, спасибо. Хоть что-то, как говорится. Так, и плюс ко всему прочему 700 рун. Ой, 700 рун. Конечно же, янтарь, ребята. Янтарь, какие 700 рун. Фига ты, губа-то у тебя не дура. 700 рун. Я был бы очень счастлив, если бы мне столько надавали бы. Так, ну что, здесь... Ну вот этого надо в первую очередь гасить. Понятное дело. Полуматриарх, так его назовем. Так, Барсик. Отлично. Давай, бомби. У него атака-то слабая, ребят. Вот то, что он энергию сжигает, да. Атака ни о чем. Даже вот этот злобный змеевик, наверное, мне кажется, будет посерьезней. Так, ну что, минус один. Расслабляться тоже, ребят, пока рано. Потому что это всего лишь первая волна. Барсик, делай дело. Здесь два штормореза, ребят. Ну что это, ну? Ну что это за детский сад, а? Скажи мне, пожалуйста. Я хильну. Так, и... А, подожди, он сходит. Укусик. Так, бомбим. Ну это будет покрепче немножко парень, конечно. Потому что он все-таки хитрец. Шустрики мы разбираем быстро, а вот хитрецы, да, немножко посложнее. Так, ребята, крутим рулеточку. Забираем, ну, опять очень мало древесины. И главное, два плода мудрости по бокам стоят, да? Не чтобы нам их дать. Нет, какой там тебе. Иди кури бамбук, как говорится. Так, ну что, друзья мои, поединок плюс 30 рун. 30 рун. Кстати, мы с тобой не посмотрели, что у нас вообще здесь за конечная, в принципе, награда. Так, ну этих парней мы уже видели с тобой буквально в прошлом поединке.
Да, они будут здесь мне сейчас мозг выносить. Да что ж ты, кривоклык, ведь мог бы. Мог бы, если бы чуть-чуть бы поднажал бы, с критовочки бы. Так, только не трогайте. Ага. Давай, наверное, сюда сделаю. Этого просто кусану. И здесь просто кусану. Смотри, какой, а. Достал. Я, наверное, не буду, ребят, пока хиляться. Я не вижу смысла. Я уже на следующей волне. Если, конечно, меня никто не будет атаковать. Так, ну этого надо бомбить сразу же. Вот этого парня. Хиляемся. Кривоклык сможет добить его? Красавчик ты мой. Ушатал голубчика. Так, ребят, ну что, здесь уже... Ну все, в принципе, раскатали мы их. Уже ничего им тут не поможет. Ну и... Понятно. Что еще могли тут дать мне? Ну, зато забираем 30 рун. Давай, забирай, хапай быстрее, пока не утащили. Так, а меня интересует, что там у нас содержит героических. Понятно. Ну, ладно, я надеюсь, оно, ребят, того стоит. Хотелось бы мне верить, что там хоть действительно попадутся нам героические драконы. Такс, ну тут-то, конечно, хитро придумано. Начну с чудовища. Блин. Он атакует, ребята, слабо, но мы все прекрасно знаем, что у него там за ульта. И эта ульта мне нежелательно. Его надо будет либо в слепоту. Ну, в слепоту я уже, наверное, не возьму. Хотя... Блин, в слепоту. Я его не возьму, ребят, в слепоту. Ух ты. А он так потом вжарит, больно будет. Блин, что делать? Ладно. Давай сделаем так. И вот так. Другого варианта не вижу я. Он сейчас 100% будет бомбить. А что он пропустил? А почему он ход пропустил, интересно мне знать. Нафиг я тогда тратил. Блин, если бы я знал, что он такой тупой, как сибирский валенок, я бы даже бы ничего не делал бы. Ну, неприятно, конечно, когда получаешь тычку в лицо. Да еще и под усилением. Так, ну и все. Ну что, друзья, последнее колесо. Забираем с тобой рыбу. Да, конечно, награды меня сегодня не балуют, если честно. Совсем не балуют. В общем, получается, раз, два, три, четыре, да, пять боев. То есть еще одна катка. Так, мы здесь с тобой не забирали пак же пока еще. Давай заберем бесплатный пак. А монеты Одина. Так, ужасный чудовище, крылатый ужас, водорез и награды. Окей. Так, закрываем. Пак. Пак нам надо открыть. Громыль, шторморез, кошмарный пристеглов, громобой защитник. Теперь нам надо с тобой отправить нашего беззубика. Ну, ты сам знаешь куда. И ты сам знаешь зачем. Блин, тот клык. Я запарюсь, ребят, этот клык. Почему не дают сумки? Я никак не могу понять. Ребята, 12.25. У меня как было 12.25, так и осталось 12.25. Они не дают мне. Они не, мне не прибавляют почему-то эти сумки. Астрид, это что, самка древорува? Можно я взгляну на нее поближе? У меня есть предложение получше, и почему бы нам не провести с ней занятие? Я уж думала, ты никогда не предложишь. Пора показать Валке, что наулки тоже умеют обучать драконов. Поручите древорубу опять добыть 1,5 миллиона древесины.
Ну, давай. Пускай летит, добывает. Хотя у нас и так древоруб, честно говоря, отправлен на прокачку, да? Так, что я еще хотел? Так, у нас тут, друзья мои, награды. Надо их, наверное, забрать. Ежедневки эти выполненные. Как видишь, у нас 2000 рогов всего лишь пока. Нужно, да нужно дофига, ребят. Очень много, я скажу тебе. Смотри-ка. Прилив сил. Вот здесь 250, тут 500. Это 750 еще, да, за, буквально за ближайшие дни. Так, ежедневный подарок мне дадут? Нет, что-то я не вижу никаких ежедневных подарков. А должны же за каждый вход давать, ребята, награды. Шторморез, шепот смерти, кошмарный пристеглов. Почему-то нету. Может быть, кончилось уже это все дело. Шторморез, пристеголов, громыль. Ну, понятно, тут еще немножко ресурсов. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Давай. Получить. Так, знаешь что? Я хотел... У нас древесины дофигища же, да? Пока дофига. Я хотел... Блин, вспомни, что я хотел, а? Ребят, из головы вылетело. Вылетело из головы... А, я, наверное, кого-то хотел отправить за... Этот за рыбу, ребят, к сожалению. А кто... А, ну, можно с собой этого отправить. Фейерверка. Так, пускай он возвращается, мы его отправим с тобой за железом лучше. Нам нужно железо, ребята, сейчас. 1663 железа нужно. Кстати, вот пристеголова тоже можно будет, ребята. Я просто, знаете, что думаю? Если вот это обычные просят, вот сейчас 1663 железа. И сколько будут легендарные просить железа на прокачку на свою? Ты просто подумай. Там, наверное, такие суммы непосильные будут, что я даже боюсь об этом думать, ребят, если честно. Потому что это будет жесть, самое настоящее. Крутохвост всякий тут. Крутохвост. Звучит-то как круто. Надо же. Камнелом. Он уже на своем 80 уровне потребовал у меня, ребят, кусочек железа. Вот так вот. Слушай, ну что у нас там по событиям-то получается? Что завтра мы пройдем с тобой это событие, и у нас откроется угроза коварное нападение. Еще раз повторяю, ребята, главное не проспать. Яркий ужас. Вернись. Оу, а, он всего два железа приносит. Да. Тоже ни о чем. Бывал лорд. Нет, пускай сидит на месте. Пускай сидит на месте. Так, ну что, друзья мои, в принципе, наверное, на сегодня-то и все. Так что увидимся уже в следующей серии и продолжим. Всем удачи и до новых скорых видосиков.